Nokia 63200. Замена полифонического динамика. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 63200». Пластмассовой лопаткой поддеваем акустический блок, вынимаем его из корпуса и достаем полифонический динамик. Новый динамик вкладываем в акустический блок. Вставляем акустический блок в заднюю часть корпуса и защелкиваем фиксаторы. Все, полифонический динамик заменен.